Привет, друзья, и вам, враги, привет. С добрым утром, точнее, у кого доброе утро, у кого нет. Я сегодня завтракаю макароны. Ночью приготовил, короче, куриную грудку, обжарил лук, морковку, добавил чуть-чуть кетчупа и макароны. Побрился вчера. Такое раздражение, просто жесть. Видно, уже совсем хреновая бритва. А еще я выгляжу какой-то ужасно опухший. Хотя не опухший, нормальный. Когда, блядь, когда побреюсь, когда не видно бороды, я прям какой-то супер жирдяй. А, всегда супер жирдяй, в принципе. У меня еще имбирь есть. Забыл про патчи, который заказал еще недели две назад, заказывал в Альберес. Ну, я их забрал, все, и просто забыл, они у меня, короче, лежали в другом рюкзаке просто. Вспомнил, думаю, надо сделать. По какой-то вообще бешеной скидке, но много отзывов хороших. Короче, за 130 рублей вот эту коробочку 60 штук. Я тоже поражаюсь. Поражаюсь людям. Закрытое на окошко. Это слышно там все оттуда. Поражаюсь, какие у нас, блядь, люди. Это просто жесть. Читаю комментарии. Одна, значит, пишет. Поставила единицу. Поставила единицу, слишком много жидкости. В баночке. Блядь, ты дура. Но это наоборот хорошо, что много жидкости. А, типа сползают патчи. Но они должны сползать. Наоборот, хорошо, что много жидкости. Пусть все впитывается. Ты хочешь, чтобы сухие у тебя были, чтобы отваливались. Были такие. Поставил единицу, другая пишет. Снимаю две звезды, так как патчи 56 штук, а заявлено 60. Я вот про это долго думал. Думаю, она сразу все налепила. Или она, блядь, пересчитывала их. Реально. Или, блядь, записывала. Ну, я так думаю. Ума не хватит пересчитывать. Наверное, записывала. Наверное, каждый день записывала. Сколько у нее там... Ну, это просто жесть. Я, кстати, уже... Не помню, мне недавно приснился сон. Причем так отчетливо. А не помню, кажется, я не рассказывал про Путина. Это вот что бывает с людьми, которые пересмотрят новости. Ну, даже не пересмотрят, а просто. Я вообще не смотрю новости, стараюсь не смотреть. Потому что это пиздец, который происходит во всем мире. В первую очередь в нашей стране. Это, конечно, вообще трэш. Особенно, если включаешь пропагандонские каналы. Про кремлевские. Там же просто жесть. То, что у нас происходит, там все вообще. Наша страна шикарная. Там вот это Америку, Украину все хуесосят. Это, конечно, полный трэш. И когда особенно присмотришь в интернете телеканал «Дождь», смешанный вот с нашими новостями, это, конечно, полный трэш. Когда я пересмотрел, мне снится сон, причем так отчетливо вообще. Мы гуляем. Сыры бум-бум. Еще кто-то с нами был. Типа Кремль, но не Кремль. Куда-то туда вот мы зашли, какие-то там это. Мы прошлись, причем спокойно. Я типа иду снимаю. И идет, короче, Пашинян с Путиным. Ну, там, типа, охрана, все. Но к нам вообще ноль эмоций, как будто, то есть, мы такие, ну... Как будто так и надо, что мы, как бы, спокойно ходим вокруг и снимаем. Потом Ира куда-то испарилась, куда-то ушла. А я иду, то есть, рядом с Пашиняном. Вы не знаете, это... Сейчас вроде бывший уже, да? Армения. Премьер.
Я иду рядом, типа, здрасте, здрасте, мордасте, он что-то там гавкнул у меня на своем. Сон быстро меняется, я уже иду с другой стороны. Сзади какие-то ОМОНовцы, вся вот эта шушера, Росгвардия. И Путин рядом. Везде клявка такой, кстати, вообще-то. Прям, наверное, вот так вот мне. Я причем так рассказываю, как это реально было. Потому что отчетливо. Прикол в другом даже, что я проснулся от чего-то там. Какие-то типа фейерверки, там что-то такое. Уснул, и продолжение сна. Бывает же у вас такое? Вкусно. Очень вкусно. Я иду с ним, типа, здрасте, здрасте, Владимир Владимирович. Туда-сюда. И как всегда во сне бывает, а камеру начинают тыкать, а там какая-то хрень. Что-то не включается. На какие-то приложения вылазит. Я там думаю, блядь, это такой контент. Когда я еще такое сниму, надо снимать. Он, то есть, ровно что-то мне там нормально, там что-то говорит. Я включаю камеру, типа, снимать, там это. Сползают немножко. Я просто проснулся, еще такой еще. Еще мозгами не проснулся, просто жрать захотел. А он, типа, а да откуда я из Кузбасса, передайте привет, на камеру снимаю. Скажите, ребята, подписывайтесь на канал Ефим Лайф. Он там что-то, нет, нет, я такое не буду, говорит, я же не знаю, о чем у тебя канал, там что-то, ну, что-то какую-то такую хрень. И все, он заворачивает на сцену, там типа сцена какая-то, амфитеатр, что такое. Летняя, все это на улице, причем лето было. А я немножко отхожу в бок, там стоят люди, смотрят, типа уголок, и знаете, такое, как бы крыша небольшая, а-ля типа подъезда, что ли, такое что-то. Я, значит, да, все это снимаю, ставлю. Недалеко мне это в 30, наверное, 50. Забор, там тоже стоят люди за забором. И тут я понимаю, что это типа люди с какого-то митинга, которые ненавидят Путина. Терпеть его не могут. Думаю, как 99,9% нашей страны. И они начинают в нашу сторону, типа мы, сторонники Путина, за Путина, кидать какие-то бомбочки. Они там взрываются, ну такие какие-то обычные. В основном полетает большая бомба, сильно взрывается. Я там что-то, причем так все отчетливо. Я, короче, падаю, думаю, блядь, надо съебываться отсюда. Причем это разгвардия, да, какие-то ОМОНы стоят, ничего не делают. Я, значит, бегу в сторону забора, чтобы выйти-то с этой всей ахинеей. А эти люди за забором начинают, короче, меня кидать. Ах ты, типа, мразь, нет, ты отсюда не выйдешь, туда-сюда. И все, и тут уже сон перерос в кошмар. Прям реальный кошмар. Что тут за волос какой-то? Нет, это, наверное, от этого. Ну, фу. Это, наверное, от этого, от имбиря. И я, короче, назад, и получается уже зима. Я бегу назад, думаю, как-то нужно выйти. Через какие-то, бараки, снег, по уши. Я иду по какой-то маленькой тропинке. Блять. Не обосраться, конечно. Не смазать себя едой, это я. Я по этой тропинке пробегаю, там колючая проволока, я понимаю, что там тюрьма. Я думаю, блядь, точно не сюда. Мне пока сюда еще рано. Я еще мало чего наговорил.
И все, я, короче, возвращаюсь, бегаю, бегаю. Катакомбы эти. В итоге залазил в какую-то дверь, там какие-то, блядь, вампиры. Обычно такая хрень. Нормально, потом с кошмарами. Мне снится жуткие похмелуги. Когда вот я лежу в коконе после пьянки. Я думал, что все не съем. Нет, прям все съем. Наверное, что без хлеба. Я, кстати, даже макароны иногда с хлебом ем. На прямом весе. При моей спортивной фигуре я могу себе позволить. Ай. Я говорю, что там какие-то вампиры, давай меня кусать. На меня накидываться. Я проснулся. Я причем проснулся весь в холодном поту. Или в горячем, уже не понял. Ну прям реальная просто жесткая жесть. И так все отчетливо. Бывает такое, да, у вас? Что просыпаетесь, сон помните. И через какое-то время уже не можете вспомнить. Ну, там какие-то отрывки. А это просто отчетливо. Вот, ну, это было... Я просто забыл вам рассказать. Или я уже рассказывал про это? Нет, вроде не рассказывал. Было несколько дней назад, но это просто так отчетливо. Представляете, это сбудется. Я буду какой-нибудь пресс-секретарь Путина. И меня также будут все ненавидеть. Ну нет, нет. Ну я могу ему канал открыть какой-нибудь. Чанал. Ну вот такие вот жесть. Спрашивают, что давно про сны свои не рассказываешь. Вот и рассказываю. Вот и рассказываю. Я, кстати, еще заметил прикол, что у меня почему-то все домашние. Домашние, не домашние. Футболки, майки. Все серого цвета. Но я не серая мышка вам. Я люблю, кстати, у меня почему-то. Потому что у меня глаза серо-голубые. Поэтому мне, наверное, ну, идут, наверное. Еще у нас отключили воду. Это, конечно, полный трэш. Тазики, все с водой. Все, ребят, просыпаемся, всех обнимаю. Спасибо, что были со мной. Прослушали мои шикарные истории. В журнале Ералаш. Реально, я не могу без бороды. Я как блядь, крысенок новорожденный какой-то. Еще раздражение жесткое. Все это щипит даже. Говорить трудно. Вчера хлоргексидином все так обработал хорошенько. Пантенолом намазал. Надо сейчас еще намазать. Каким-нибудь кремом жирным, потому что прям тут сохнет. Все, ребят, не болейте. Всех обнимаю. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Следите за моими видео. Все, всем пока.